Ну, первое, то, что говорит Будан, он действительно дает прогнозы просто. Мы помним, прогнозы давал по маю, что в Крым зайдем. Да. Это зависит от того, насколько была реальна ситуация на фронте. Вот это реально. Поэтому все предпосылки сегодня для этого есть. Потому что мы движемся все-таки на Токмак, это узловой центр. И все силы средства, которые идут в Запорожском и Херсонском группировании на 75% пополнения живой силой, техникой, артиллерией, танками, соответственно, всеми видами боеприпасов, это, конечно, с востока. Перекрывая этот коридор, мы лишаем не только снабжения, а берем на в окружение большую группировку на Запорожье. А удар еще, может быть, с позиции Херсонской области создает условия полного окружения. Вот это реальная ситуация. Но враг это все тоже понимает.